Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Boom Slinger. Так, ready. А ну-ка, что у нас тут? Опа-на, это что за карта? Ну, это прыжок, это понятно. Так, новые эмоджи. А что вот это за карта такая? Интересно. Ну что, я возьму, наверное... А, она у меня уже взята. Ну тогда прокачаю. Погоди-ка, погоди-ка, там показали вроде бы, что она делает. Ну-ка, еще разок. Инфо. Ух, ё. Взрыв такой офигенный делает. Так, ну что, оставляем этих наших персонажей. Опа, новая карта, ребята. Новая карта. Роджер, Ньюк и Рэй. Как говорится, команда вперед. А вот и противник подъехал. Сова с туалетной бумагой на голове. Нормальная картинка. Так, я здесь, здесь и здесь. Так, у него сова. Что будет делать? Будет в моего Роджера бомбить, да? Фонарь какой-то. Фонарь. Фью, выдохнем. Так, он еще и прыжок делает. Молодец, блин. Припер сюда. Кто, Роджер мой ходит? На тебе. Иди отсюда. Чтоб знал свое место. Так, что там кактус? Опять бомбочками балует. Молодец. Ну это ты зря, парень. Это ты зря сделал. Кто ходит? А хочешь бомбочку? Лови. Прыжок. А нужен ли мне прыжок? Я думаю, что не нужен. Завершим ход. Так, а вот здесь он может мне что-нибудь скинуть сюда. Какую-нибудь пакость. Ага, вот так он решил. Выжили. Ой, кактус, не завидую я тебе. Ой, не завидую. Поехали. Тьфу ты. Very well. На тебе, very well. Вот так вот сделаем. Ну, и что ты сделаешь? Любое не какое-нибудь неприятное движение, и тебе будет крышка. Ты хочешь мне подорвать? Вот он как сделал. Понял? До свидания. До свидания. До свидания. Отлично? Отлично, ребят. Так, а у нас реворд. Это что такое? Яйцо. Эмоджи, эмоджи. Еще одна эмоджи. Ну что это, ё-моё, одни эмоджи надавали мне, ну. Одни эмоджи мне надавали, а? Кошар, иди отсюда. Вышел, понюхал там что-то. Ну что, давай следующую тогда битву. Следующий портал будет доступен через 20 часов. Кто там у нас прилетел? Ого. Какой черный, черный, черный слайм. 2 на 2. Блин, ну почему? Эть. Не вышло, друзья. Ну, не вышло и не вышло. Что я могу сделать? Хотел запрыгнуть, а видишь, не получилось. А может быть, оно и к лучшему, потому что он мог сюда. Куда ты бомбочку свою? Вот, вот, вот. Блин. Надо мне туда что-нибудь закинуть. Вот тебе и ехал.
Давай, наверное, так сделаем. Да и все пока. Что у нас сейчас будет? Мне потом сюда что-нибудь закинуть надо будет. И все, ребята, и... О, как сделал. Песик, ты же мне можешь сюда что-нибудь закинуть? Твою-то... О, ребята, если он сейчас прямой наводкой в меня что-нибудь шмальнет, кинет. У него есть луч. У него есть луч. Да. Просто ему повезло, что он попал в меня именно, и что у него был этот луч. Ну давай, 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 следующего мне. Срочно следующего мне подкинул мне. Кто там у нас? Лисичка. Сестричка, блин. Мы ходим первыми, да? Как тебе? Так, а лиса сейчас как шмальнет сюда, как бомбанет. Вот, вот жабаненок у меня, конечно, там вообще ни к силу, ни к городу стоит. Ох, сейчас улетим, по-моему. Да. Как-то так. Он сейчас, знаешь, что может? Он может мне вот здесь вот пробить и... Да-да, конечно, ага. Так. Мне надо как-то отсюда выпрыгивать. Сюда. Нет, пропускаем ход. Не знаю, ребята. Не очень удачная у меня здесь позиция, будем честны. Ему проще будет меня здесь пробить, даже что-нибудь закинуть сюда. До свидания. Удачно. Удачно, друзья мои, получилось. Неожиданно для меня. Так ровненько еще получилось, да? Утопили. Так, ну что, кто там следующий у меня? Ого. Слизни. Раз, два, три. Трое против трех. Блин, ну вот это вот, конечно, это подло. Это было подленько. Так, ну что, этот кандидат на вылет у нас? Да? Твою-то... Блин. Так-с. Еще утворяет. Что? О! Ты понимаешь, что это за штучка? Штучка-дрючка. Вот это, вот это подстава, друзья. Все, нам крышка. Да, подстава на одной линии, ё-моё, просто взял и добил. Ладно, отыграемся. Тин-тин-тин-тин, геймбойчик тут. Угу. Thank you.
Тьфу ты, твою ж, налево. Сюрикен не попал. Ага, он делает прыжок и... Я понял. Ну что, здорово, Олух. Ну что, зарядим? Ну, главное, красиво получилось. Сейчас, если он будет сюда бросать бомбочки свои, это будет, конечно, круто. Обмен. И чего? Ну, сейчас бы вам сюда что-нибудь закинуть бы такого хорошенького. Нет, такое не пойдет. Не знаю даже, что и сделать, друзья. Да ничего я, наверное, пока тут не буду делать. Пропущу тупо ход, да и все. Отвали от моей жабаненки. Вот это беда. Слушай, я же могу прыжок сделать, да? А как? Пипец, короче, ребята. Хотел прыжок сделать, в прыжке бросить. А нет, это не сработало. Ну и чё он? И чё ты делаешь? Чё-то как это новая комбинация. Трындец. Ну это вообще жесть. Так. Это я знаю, это, по-моему, у нас идет обмен. Если я не ошибаюсь, да? Ну-ка. Это не посмотреть. Убираем звездочку, короче. А вот эту вот я забираю. Да, это обмен. Трындец, пока я больше проигрываю, чем выигрываю. Вот что я тебе могу сказать. Голубые боевые карты, что там написано было, непонятно. Кто ходит? Роджер. Да это фигня полная. Да куда ты? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вдвоем тут встали. Нормально? Сейчас он как сюда метнет мне что-нибудь противного. Ох ты, ох ты, что это такое, я не знаю, ребят. Прыжок. Отлично. Что, бомбанем? Готов. Нифига он там-то видел. Прыжок, потом еще подмену какую-то. А что это такое? Что это за восклицательный знак? Непонятно, что это такое там было. Ну что, давай следующего противника будем ждать. Так, по-моему, такое ощущение, что с этими ребятами мы уже воевали.
Ему вот сюда бы закинуть, да? Если он что-нибудь кинет, бомбочку какую-нибудь, да, это, конечно, рванет, не кисло. Бух. Абсолютно ничего не стал делать. А если я сделаю, например, вот так? До свидос. Прыжок. Ну и чего? А стоит ли мне меняться? Ой-ой-ой-ой-ой. Луч. Луч в никуда называется. Эть, не достаем, да? Пропускаем ход. Так, что же я могу сделать? Я могу вот попробовать, знаешь, что делать? Отпрыгнуть вот сюда. Вот так вот. Я думал, догадался, да, что ему трындец будет. Да, пускай бросает, что хочет, здесь делает. А я забыл, что это такое? Что-то я и не помню даже. Так. Ёк-макарёк. Прикинь, сейчас сюда закинет мне какую-нибудь пакость. Тоже хочет поменяться, но никак. Только не сюда, не закидывай меня наверх. Что ты делаешь, дурила? Лови. Нормально. Вот это я понимаю, сейчас было сыгрто. А почему мне не идет награда? Интересно. Видишь, мне не купятся почему-то черепки. С какого-то вдруг перепуга. Ладно, друзья мои, что я тогда, наверное, буду на сегодня закругляться, раз не копятся у меня черепки. Следующая награда через 23 часа. Сколько перепуга-то? Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.